Некоторые считают, будто бы есть какие-то определенные упражнения на рельеф. Друзья, упражнений на рельеф не существует. Рельеф – это сочетание низкой жировой прослойки и мышц под ней. То есть, если мышцы подрастут и или прослойка снизится, и у вас появится рельеф. Неважно, где вы работаете, в тренажере или с свободными весами, у вас в любом случае будут расти мышцы, если вы будете придерживаться некоторых определенных правил в тренировках, о которых я много раз рассказывал. Приближение к отказу, не более 30 повторов в подходе. Ну а те, кто думают, что в тренажерах мы тренируем рельеф, а свободным весом массу, то вы ошибаетесь. Например, вот это исследование. Здесь две группы тренировались. Одна группа на тренажерах, другая группа со свободным весом. Спустя 8 недель никакой разницы в мышечной массе у обоих групп не было. Что интересно, группа, которая тренировалась в тренажерах, стала сильнее в тренажерах, а группа, которая тренировалась со свободным весом, стала сильнее в работе со свободным весом. То есть присутствует определенная специфичность. Иными словами, если вы хотите много приседать, вам придется много приседать. То есть и работа с свободным весом, и работа в тренажерах увеличивает вашу и силу, и мышечную массу. И еще раз, чтобы вы запомнили на всю жизнь, нет упражнений на рельеф.